Иисус Христос сказал: «Я же говорю вам, любите своих врагов и молитесь за тех, кто преследует вас, и тогда вы будете детьми вашего Отца Небесного. Он повелевает солнцу сиять над злыми и добрыми людьми. Он посылает дождь на праведных и неправедных». Из-за этого, братья и сестры, хватит уже просто плохое говорить. Вы как дети Божии, как вы себя называете, как вы можете желать врагу своему горя? Вы же дети Божии. Вы должны молиться за него, чтобы он не попал в ад, чтобы Бог помиловал его. А какая у вас любовь, если вы это не делаете? Пожалуйста, читайте Библию и живите так, как хочет Бог, а не этот мир. Сегодня и сейчас у вас есть возможность покаяться перед Богом и жить так, как хочет Бог, а не этот мир. А завтра будет поздно. Благослови вас Господь и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь.